классные цветные носки из хлопка. Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала «Посылка из Китая». Сегодня у нас обзор очередной посылки. Обошлась она в $12, добиралась примерно 14 дней перевозчиком AliExpress Standard Shipping. В данном случае это был China Post. В декларации указано «Socks», то есть носки, ценой $1.50. Напомню, стоимость посылки $12. Давайте откроем ее и посмотрим, что внутри. Итак, вот что внутри. 6 пар носков. Давайте откроем пакет и посмотрим, какого они качества, расцветки и что они вообще из себя представляют. Да, дорогие друзья, маленько вас обманул, проверил описание лота. Там 5 пар, так что все, продавец не ошибся, все прислал как надо. Цвета полностью также совпадают с теми, которые указаны в лоте, поэтому к продавцу вообще никаких претензий нет, все отлично, все так, как и должно быть. Вот такие веселые расцветки, то есть примерно получается, что одна пара стоит примерно $2.50, то есть по текущему курсу примерно, ну, грубо говоря, это 150 рублей. Ну, в принципе, недешево, да, недешево. Носки такого плана примерно в России так и стоят. То есть, если вы покупаете не просто однотонные какие-то черные носки, а какие-то цветные, то примерно они так и будут стоить, там, 100 с чем-то рублей за пару. Давайте посмотрим, давайте, например, вот эту. Посмотрим поближе. То есть, тянется отлично. Здесь резинка. Пятка не усиленная, обычная ткань. Подошва тоже не усиленная. Давайте посмотрим носок. Да, носок усиленный. Так он выглядит с левой стороны. Жутковато, но как обычно. Ну что, дорогие друзья, давайте подытожим. Классные цветные носки из хлопка. Веселые расцветки. Ну, правда, может быть немножко дороговато. Но можно себя иногда побаловать. Так что заказывайте себе или в подарок. Я думаю, такие носки вам обязательно понравятся. Ну что ж, на этом все. Ставьте пальцы вверх, если обзор вам понравился. Обязательно оставляйте внизу комментарии. Ссылка на носки, как обычно, в описании под видео здесь. Обязательно подписывайтесь на канал. Большая кнопка подписаться. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока-пока.